Resident Evil 2. Resident Evil 2. Ужасный случай произошел в пригороде американского города Раккун. Только позже стало очевидно, что это ужасное бедствие было вызвано G-вирусом, новым генетическим кодом, созданным международной корпорацией Umbrella для создания биологического оружия. Полицейское спецподразделение города Раккун сразу же возобновило расследование. Но эксперименты корпорации Umbrella еще не кончились. Что здесь такое? Этот парень маньяк! Он укусил меня! Черт, что за бардак? Кто это сделал? Кто там? Что это такое? Хорошо, прекратите! Не с места! Не с места! Нет! Как хочешь, парень, отправляйся в ад! Черт, сколько ж вас! Стой! Не стреляй! Пригнись! Здесь нельзя оставаться. Пошли в полицию, там безопасней. Туда! Закрой дверь. Что происходит? Я проехала через весь город и никого не видела. Стой, рация отрубилась. Ты полицейский, да? Да, первый день на работе. Неплохо, а? Меня зовут Леон Кеннеди. Рад познакомиться. Я Клэр. Клэр Редфилд. И не могу найти моего брата Криса. Эй, можешь открыть бардачок? Конечно. Там пистолет. Возьми его себе. Нет! Смотри!
порядке? Пока цела. Черт возьми, бежим! Беги! Клэр! Лиам! Я в порядке! Иди в полицию! Встретимся там! Стоять! Кто ты? Чего надо? Не стреляйте! Я человек! Ох. Извините. Я думал, ты один из них. Что творится в этом городе? Кто? Нет зацепок. Когда я понял, что что-то не так, весь город был заполнен зомби. Здесь ты будешь в безопасности. Я слежу за тем, что происходит. Thank you.
Thank you.
Черт! Кто ты такой? О, парень, ты должно быть новичок. Лиан. Извини, но, похоже, твое участие отменяется. Что случилось? Месяца два назад произошел этот инцидент с участием зомби. В одном местечке на окраине этого города. Но Крис и другие полицейские из спецподразделения обнаружили, что за всем этим стояла корпорация Umbrella. Они рисковали своей жизнью, чтобы узнать правду, но им никто не поверил. Вскоре после этого начали происходить все эти вещи. Идите сюда. Не волнуйся за меня. Лучше освободи оставшихся в живых из других комнат. Вот, возьми магнитную карточку. С ее помощью ты сможешь открыть дверь холла. Теперь иди. Иди! Прекрасно. Но я вернусь за тобой. Просто побудь здесь.